президент России Владимир Путин и глава Сирии Башар Асад в Дамаске, куда Путин приехал на встречу, обсудили планы по ликвидации террористов в провинции Идлиб, которые угрожают гражданским в провинции. Об этом информирует агентство САНА. Между делегациями России и Сирии прошли двусторонние переговоры. Путин отметил, что в Сирии идет активная работа по восстановлению мирной жизни. Асад поблагодарил Россию за поддержку в борьбе с терроризмом и обсудили вопросы ликвидации террористов в Идлибе. Кроме того, в рамках своего визита президент проехал по улицам Дамаска, обратив внимание на признаки возвращения мирной жизни. Также Путину показали одну из святынь, нетленную голову Иоанна Крестителя. Святыня одинаково почитаема как у христиан, так и мусульман. На память о посещении мечети Путин преподнес в подарок Коран 17 века. Об этом сообщает ТАСС. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.